Мову про начебто викриття схеми піратства, першої, до речі, в історії України. Ну і, по-друге, розширимо цю розмову до ситуації із загрозою морському мореплавству взагалі у світі. З членом правління колегії юристів з морського права України Євгеном Сукачовим. Пане Євгене, доброго дня вам. Добрий день. Так, вітаємо вас. Ось нещодавно виявилось, що начебто розкрили справу у справі піратства, так, але є там одне але. Начебто родичі розповідають про те, що ця людина вимагала не просто якийсь там викуп, а людина вимагала, власне, свою зарплату, тому що перед ним був досить великий борг. Що ви знаєте про цю справу? Чи дійсно це було піратство? І як взагалі можна називати цю справу піратством, якщо це був член екіпажа? В первую очередь я хотел бы сказать то, что дело это достаточно интересно в контексте прецедента и предъявления подозрения, обвинения гражданина Украины в пиратстве непосредственно. А кроме этого, к большому сожалению, мы не были участниками этого процесса, мы не выступали защитниками данного гражданина, и мы не можем сказать с уверенностью, а что же там все-таки было. То есть в любом случае, любому судебному процессу предшествует следствие, сборы фактов, доказательств, которые должны доказать вину этого человека в том или ином совершенном преступлении. То есть, согласно Уголовному кодексу Украины, да, существует статья пиратства, но надо более детально будем изучать. Ну, в уяві простих пересічних людей, які не мають стосунку до морського права, вони вважають, що пірати – це коли, ось як у тих стрічках, коли підпливає ззовні якийсь плавзасіб, захоплюють судно і потім там кояться певні дії. Коли це член екіпажу бере рушницю чи гвинтівку, яка була начебто на борту, на капітанському містку і вимагає свою заробітну плату, це можна вважати піратством взагалі? Давайте розтлумачимо. Ну, в першу очередь, надо все-таки понимать, а що ж там произошло. Так. Давайте все-таки исходить із суті произошедшого. Дійсно, со слов родственников данного человека говорится о том, что там все-таки была немножко другая ситуация, что он не требовал вознословных каких-то сумм судовладельца, угрожал кому-то оружием, либо физической какой-то расправой, а он требовал все-таки выплату своей заработной платы. С другой стороны, надо все-таки тоже понимать, что несмотря ни на что, что перед тобой могут быть какие-то задолженности твоего работодателя, это не означает, что необходимо брать в руки оружие и с оружием требовать выплаты этой заработной платы. Все-таки есть определенные каноны, законы и положения, которые запрещают использовать оружие в тех или иных ситуациях. Поэтому я бы, наверное, все-таки более аккуратно говорил об этом деле в контексте того, чтобы не говорить каких-то голословных утверждений или же фактов, которых мы не знаем. Але якщо б цей факт довели, він же зм'як пом'якшив би якось вирок. Тому що одна справа – просто вимагати гроші із зброєю в руках, і інша справа – коли людину просто до цього довели. Тут теж такий один момент, необхідно прийняти до уваги. Якщо б це був факт піратства, то, мабуть, все-таки к даному чоловіку було применено іне законодательство. Данный инцидент произошел на борту иностранного судна в другом государстве. И все случаи пиратства, они отслеживаются. Насколько я знаю, данное судно было покрыто страховым полисом. То есть это достаточно хороший клуб взаимного страхования. И я более чем уверен, что судовладелец либо менеджер судна сообщил бы о факте пиратства, либо захвате судна, либо какого-либо иного вооруженного конфликта на борту судна, сообщил бы об этом страховой клуб. На сегодняшний день существует специальная организация международная, которая отслеживает все случаи пиратства в мире. То есть у нас есть несколько горячих районов. Это Западная Африка, да, Гвинейский залив, это побережье Сомали, это также Сингапурская
район Сингапура, Филиппины, вот азиатский район. Вот эти наиболее три горящие точки, три района, в которых происходит самое большее количество случаев пиратства. И все-таки, возвращаясь к вопросу, а что же там произошло, то, наверное, все-таки, если бы был факт пиратства такой, как нам описывают, то это было бы, наверное, немножко по-другому описано и были предприняты соответствующие меры к этому человеку еще на борту судна, когда его физически как бы захватили. И, наверное, все-таки было более, наверное, жесткое и мера пресечения, и использовались бы другие какие-то формы предъявления определенных требований к нему еще за границей Украины. А насколько мы понимаем, то фактически к гражданину Украины предъявили определенные обвинения в пиратстве, потом, насколько мне известно, в подделки документов уже на території України. Так, наскільки взагалі це явище поширене? Бо іноді здається, що піратство – це десь там із 17-18 століття, це щось із пригодницьких романів. Сьогодні це є? Чи дійсно ось це поширене явище? Я би, наверное, ще показав так, що все-таки ті фільми, розкази, які нам голубого экрана вещает, как Джек Воробей, там еще да, какие-то такие полувеселые ребята, бравые, которые бегают по барам и каким-то джунглям, я бы, наверное, все-таки эту картину немножко бы, краски этой картины немножко бы сгустил. Почему? Потому что пиратство на сегодняшний день является очень опасным, на самом деле, явище. Да, оно есть. Пираты жестокие, циничные, и на самом-то деле вы достаточно хорошо осведомлены о том, какое судно движется, потому что эту информацию можно найти в открытом доступе в интернете. Зачастую даже они знают, какой груз везется на этом судне, какое количество людей, сколько, какой экипаж находится и так далее, и так далее, и так далее. То есть это достаточно серьезный вид бизнеса, так называемого теневого бизнеса, да, очень жестокого. И это используют пираты для того, чтобы просто незаконно обогатиться. И об этом серьезно говорят абсолютно все страховые клубы. Международные организации, как БИМКО, Интеркарго, Интертанко и так далее. И на сегодняшний день существует такой вид декларативного документа, как декларация Гвинейского залива, которая говорит о том, что необходимо бороться с пиратством различными методами, которые как минимум предусмотрены Международной конвенцией по морскому праву. Так. И наша компания также подписала в этом году эту конвенцию, потому что мы являемся представителями большинства страховых клубов. Мы представляем интересы также и судовладельцев, но и также даем определенные, будем говорить так, юридические советы и морякам, когда нам это позволяет. Ось про юридичні поради від вас, насамперед тим морякам, мореплавцям потенційним, які закінчують, умовно, профільний виш, і не мають ще досвіду такого мореплавства на багатьох видах плавзасобів. Скажіть, будь ласка, чого варто боятися і чого варто і не варто робити насамперед? З ким, з якими судновласниками мати справу, з якими країнами мати справу чи не мати? Тут я немножко, может быть, по-другому отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что пиратство само по себе на сегодняшний день, опять же, все знают, где наиболее частые случаи нападений пиратов на суда. Я бы даже не в контексте пиратства, а взагалі ось. Бо часто мы, окрім пиратства, ще кажемо про те, що якийсь судновласник заборгував за півроку там зарплату, не платить. Решта суден в інших країнах арештують через начебто якісь звинувачення тих країн.
контрабанда, тощо, тощо. Сузновласник потім просто такі, десь щезає і знімає з себе відповідальність, а відповідати мають наші. Таких випадків справді багато, в яких беруть участь і не напряму, а власне наші українські моряки. К сожалению, особенно в последнее время участились эти случаи как контрабанды незаконных веществ, так и перевозка еще и иммигрантов через Средиземное море. К сожалению, это тоже достаточно такой теневой вид бизнеса, которым не чураются судовладельцы, которые, будем говорить так, нечисты на руку. К сожалению, опять же, большому, обычный моряк, он не всегда может проверить адекватность судовладельца. Хотя, когда ты востребованный специалист, и ты уже имеешь определенный опыт, конечно, крюинг все-таки на себя берет определенную ответственность по проверке надлежащего судовладельца, и моряк идет, в принципе, в рейс. Опять же, повторюсь, что у моряка на сегодняшний день есть абсолютная возможность проверить, что это за судно, сколько у него было задержаний в портах, в каких портах, какие были правонарушения. То есть это показывает техническое состояние судна, как минимум. Во-вторых, кто судовладелец? Есть ли страховка у судна или нет у страховки? Потому что зачастую вот такие вот суда и судовладельцы, которые, будем говорить так, используют свои суда для перевозки чего-то незаконного, они зачастую не застрахованы. А чи може молодий моряк обирати? Ось, приміром, сумнівається у тому, що з цим судном, цим судновласником справу краще не мати. А ось в нього є потреба, ну, фінансово насамперед, піти в рейс. А чи може він, вибачте за таку фразу, крутити носом при цьому вже? Чи є пропозицій стільки, скільки б він міг обрати? Тут вопрос, опять же, то есть достаточно глубокий. Я бы начал с того, что в любом случае моряк должен быть образованным. Знать язык. Если он знает язык, он заканчивает высшую мореходку нашу. Я так очень простыми словами говорю. Так, вот само так. Но при этом он же общается в обществе моряков. На сегодняшний день, насколько я знаю, есть несколько форумов, у них есть группы, есть специальные сайты, где тебе всегда подскажут, расскажут и как минимум скажут, это нормальный судовладелец или туда лучше не стоит идти. Форумы, так? Абсолютно верно. Ну, и разные формы общения. То есть как бы общество моряков на сегодняшний день достаточно большое. То есть мы входим в шестерку крупнейших поставщиков рабочей силы на морские суда. При этом наши офицеры котируются номер один, номер два в мире. То есть достаточно высокие оценки. Это что характеризует? В том, что ребята образованные, специалисты хорошие и хотят видеть на наших судах. Вот. Но при этом мне надо отбрасывать тоже тот самый момент, что все-таки есть и мошенники. Поэтому следует просто принимать во внимание определенные вещи, которые просто характеризуют тот или иной крюинг, зачастую как выходит как посредник между моряком и судовладельцем, тоже надо понимать определенные вещи. То есть когда ты можешь чутьем своим понимать, будет все хорошо или не будет. И плюс советы. И зачастую эти советы, это как мы выбираем отель, апартамент или ресторан где-то на сайте, мы смотрим рецензии. То есть как бы если хорошие, ну действительно нормальные, приятные и хорошие рекомендации, значит, наверное, все-таки можно довериться. А когда вперемешку и как бы ты не доверяешь, то, наверное, стоит пойти в другое место. И ты, ну, не, я извиняюсь за такое сравнение, но ты должен быть человеком и понимать, что надо выбирать, есть возможность выбирать. Будьте уважными, будьте небайдужим, если есть прагнення піти в рейс. Це головні поради від вас були. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Поговорили про справді важливі морські проблеми, бо Одеса лишається морською столицею України. Ось навіть дізналися і переконалися в тому, що Україна належить до шістки країн, де наші моряки найбільше затребувані. Євген Сукачов – це був член правління колегії юристів з морського права України.